вся правая сторона, как мы уже отметили, спазмирована, но вот этот сегмент. Таз. Вот как раз у нас этот сегмент. Здесь, в принципе, более-менее нормально. Так, здесь все в норме. И оттягиваем крестец правую сторону. Ну, вот он. Угу. Сейчас переходим к грудному отделу. Хорошо. Хорошо. Верхнее грудное отдел. Расслабились. Хорошо. Локти вместе. Группируемся. Их еще чуть-чуть расслабились. Чуть-чуть. Так. Угу. Все. Хорошо. Вот хорошо. Здесь отправление тазобедренного сустава. Расслабили. Где больно? Где больно? Вот так. Расслабь. Здесь в порядке. Ну. Еще. Хорошо. Только с одной стороны, только в одну сторону было. Выставляем шею, шейный лордоз. Челюсть закрыта должна. Хорошо. Сейчас в грудном, да, пошло? После декомпрессии хорошо для грудного дела проделать протяжку. Вот, сюда, сюда. Сюда, сюда.